Ни хрена не видно север. Не лесом идут или как полем там? Они вот получаются на 185-й, такая как низинка от меня в пригорах. И вот вдоль вот этого леса 185-й, 184-й, вот так вот. Где-то у меня рядом. Понял. Здесь будем стреляться. В чем это я, может, к Шайдану поближе? Морис тоже чуть поближе стягивайся. Курябчики. Там были шинги. Ты все со снайперки убей. Алло. Слышно? Кажется, они нашу ковышку слушают. Двоих? Я одного. Кайман одного вроде. Ну если ярче правильно метку поставил, я может его еще найду, но если нет, то пиздец. Смотри, там рядом с ним скрылись. Кайман живой? Да, живой. Ты у трупа, который лежит? Я сейчас сижу, вот сейчас лег. Морис, ляг. Лежу. Шайтан.
капитан, я тебе метку дал. Там непонятное тело бегало. Убил еще. Что за выстрел? Кто сейчас работал? Не я. Кайман, встань на секунду, Иляк. Я бегу сейчас в данный момент. Кто сейчас лежит? Кто сейчас лег, встал? Я. Понял, вижу тебя. Нужен резерв. Принято. Давайте на резерв уходим. Никита снайпер, вот он файтера сейчас снял. Похоже, тоже с гэшкой. Морис, Кайман, Грек. Ладно, связь. Грек? Грек не выходил еще. Гранаты мои, у меня шорохи прям на метке. Еще по мне ответка. Солить можешь? Красная метка Каймана прям там. Морис, подойди на мои черные метки, добей их там, если они живые. Принял. Я там двоих видел, двоих убил. Пошел Кайману помогать. Там один прям открыто лежит, второй южнее метров 5. Чей? Слушок. Не свой. Кайман, по тебе? Да. Добил шайтан, добил. Живой был. Где-то север. Под кустиком, да? Да, под елкой. Хорошо, вот я так и понял, что он жив. Оглушак. По тебе. Это Морис, да? Это Морис. Не ранен, нормально? Все, мало. По мне. Морис, оттянись. Ранен. Бегу. У меня граната. Ёлкой. Пытаюсь метку поставить, точно. Не надо, просто уходи. Там отделение шайтан еще здесь где-то. Уходите нахер оттуда. Где-то вот там целое отделение. Ага. Сколько ты видел? Троих. Так это разве отделение? У них были рукава закатаны или нет? Закатаны. Значит, да, другое отделение. Морис, ты жив там? Помнишь, нет. Морис. Без сознанки, наверное. Я это хожу. Отделение поле переходит, где по тебе стреляли. Трое. Сможешь? Минус 3. Хорош. Живые они.
4. Сейчас забил КМН. Где-то рядом на моей метке. На твоей метке синий? На моей метке красный. Шайтаныч, походу. Да, я. Я работаю. Где тебя? Я добивал. Дальняя проверка. Дальняя проверка. Слышит? Актуально? Да, актуально. Нашел, да. Так, это Авангард. Приняли тут отделение, Юго-Восток. Сейчас обновим на все метки. Шайтан. Да, секунду. Хорошо, давайте сейчас я очищу все лишнее. По технике, вроде как там все танки врага уничтожены, но и наших тоже. У нас осталась только единственная бэха, она в триггере. Что? Да, на связи. Принято. Танк не починить. Короче, мы только время потеряем. Короче, у нас осталась последняя бэха, она только в триггере. То есть все остальные бэхи, это все вражеское. Вон она стоит. Она прям на нас смотрит. Я не вижу. Я вижу. А, вижу, да, да, да. Остановись. Да, только наверняка. Передо мной РПГшник наш. Попал? Он попал, по-моему. Нет, давай еще, понимаю. Давай еще, она живая. А, все, последние были, походу.
Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступны только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.